исполнить заветное желание на черной пире и в Сату. К Марокко. Если насобирали несколько чисто черных перьев, еще лучше вороньих, то время ритуала пришло. Он очень хорош, если вы близки к заветной цели, но немного не хватает чего-то. Если в этом зависит все от других людей, то выбирайте людное место. Если от случайностей, то на природе. Время ритуала по темноте, только на улице. Нужен воздух со всех сторон. И лучше с высоты, горка и так далее. И любые ароматы, но не горькие, добавить в ритуал. Когда все сложилось, то говорим. Марок, тебя призываю, сюда явиться приглашаю. Вот дар тебе мой аромат и перья, и в эту ночь тебе его дарю, и тебя прошу, свои чары пошли мне на помощь, исполни мое желание. Приди, Марок. И кидаем вниз перья. Говорим. Прошу тебя и заклинаю. Ароматы, цветы, сигарету, корицу или духи оставить и уйти. Это смотровая площадка над ночным городом. Это фимиам духи, пахнет черникой, очень-очень приятные, вот они останутся в дар высшим силам, так я их оставлю. Вот так как жечь в городе не получится. Вместо фимиама такого обычного можно использовать духи со сладким, приятным запахом.